трус не играет в хоккей. Кажется, что кататься на льду и забивать шайбу в ворота не так-то и сложно. Но на самом деле хоккей – это спорт для смелых и мужественных. Дмитрий Безруков занимается хоккеем с самого детства. На протяжении 20 лет он стоит на воротах и помогает своей команде выигрывать. Чтобы не пропустить шайбу, вратарь должен хорошо подготовиться, быть внимательным, сосредоточенным и хладнокровным, а также уметь анализировать ход игры. Характер, психология, ну не паниковать, не бояться ничего. Конечно, внимательность, реакция, растяжка, это все, конечно, второстепенно. Но я думаю, все зависит от человека в первую очередь, как бы. Желание, если хочешь, то все будет получаться. Тренер играет очень важную роль в мужском коллективе хоккейной команды. Это второй отец для спортсменов. Он направляет и мотивирует своих подопечных, всегда держит руку на пульсе и не упускает из виду ни одной детали. Хотя в хоккее все по-мужски и по-серьезному, тренер всегда поддержит команду в трудные минуты. Передаешь навыки, воспитываешь детей, хочешь им что-то довести, что тебе не додали. То есть вкладываешь душу, растишь талантов. Есть талантливые мальчишки даже здесь, в Сарове, которые, я думаю, что готовы выстрелить. Люблю это дело, это мое любимое дело. Я с 3,5 лет занимаюсь спортом. Свои профессиональные праздники тренер и вратарь отметили на льду. Хоккейный клуб «Саров» сыграл с командой выпускников спортивной школы. Хочу поздравить всех тренеров с праздником. Растите, бдите, любите ваш вид спорта. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».